Как вариант, пулемет. Да как так-то? Ага. Ребята, всем здорово. С вами Витек и Колеса. И вот эта вот счастливая морда плюшевая. Черт, проговорился, ладно. Морда счастливая тоже, которая поглядывает и лайки всех заставляет ставить. Но как-то последнее время не сильно это действует. Ну и ладно. Мы же сюда повеселиться пришли, не лайки поставить, да? Мы же ленивые, не хотим. Так, я не пойду сегодня Инкароми смотреть, потому что мне уже донесли, что ничего она не сделала. Поэтому пойдем, ребята, играть в дядю-тетю. Дядя-тетя с уровнем флип. Левел создан для 200-го видео по ХВ. Удачи. Да, я говорил, что 200-е видео по колесам будет у меня ботл флипным. Но, как обычно, хотя нет, единожды я вас обманул. Ну, точнее говоря, так, не срослось. Не получилось. Там косяк, здесь косяк. И в конце концов получилось, что как-то не ботлфлипный. Но зато сегодня мы начнем с ботлфлипа, давайте. Поехали. Это же ботлфлип? Гатя, нет, это не ботлфлип. Судя по всему, это... Что там, магнитофон флип? Так, здесь может быть ваша медаль, здесь может быть ваш Витя. Погоди, что-то подобное что ты же уже делал, нет? Разве? Я разве не играл, не? Чё? Как? А как начать? ТВ? Оу. Магнитофон. Давай магнитофоном швырнем. Чего бы и нет. А где звук? А, я знаю, где звук. Вот он. Ё-моё! Нет. А, ничего себе. Так, дебил. Опа. Почти. О! Что ж ты в ё-моё-то лезешь? Давай в мамин друг. Сын маминой подруги, давай. Оп. Ну все, ё-моё. И что теперь? А, во. О, бутылка. Бутылка кефира полбатона. Запуск. Сломал. И главное, знаете, в чем прикол? Сейчас, чтобы я не бросил, теперь оно не будет бегать. Придется рестартить, ребят. Придется рестартить. Давай заново. И все потому, что я в первый раз не закрыл глаза, я понял. Сломал, да. Фига себе швырнул. Я думал, сейчас я сына выбью, но нет. А чё здесь нету какого-нибудь там Витька? Он есть какашка, дебилоид, ничего себе, ё-моё, и сын маминой на подруге. А где? А можно сразу еще что-то кинуть? О, можно. Давай, бутылёк. Да? Они еще не... А, они сталкиваются. Опа, я дебилоид-то выбил. Ну, магнитофон это вообще... Опа! Хе-хе-хе! Сын маминой подруги. Так, арбузик. Твоя очередь. Сейчас, прикинь, даже встанет. О! Тихо, тихо, тихо! Стоять! Держать! Ай! Да... Я монитор как-то схватил. Здесь реально надо сразу несколько... А, все, больше ничего не будет. Ну, давай посмотрим. Дебилоид номер два. Ничего себе. Любопытный, любопытный у тебя. О-о-о-о-о-о-о. Погоди, ну надо же звездочки поставить. Я забыл как. Вот так вот. 5 звезд. Спасибо. Так, что ты еще ты хотел, чтобы я сыграл, да? Мини-домино. Такое бывает? Без комментариев. Кликни. Домино. А дяди тети. Ты куда такой шустрый? Артур Пирожков. Сейчас увидим.
Что тут скажешь, а? Бога Fight World War 2. О боги, все ржут, сидят. Ты извращенец, а? Ох, нифига себе, вы 16+, ребят, осторожно. Вы поняли, 16+. А, включить шапки. Так, что-то непонятно, какие-то шапки мы добавили. Ладно, поехали. Ох ты ж, пулеметчик сраный. Нифига себе, там молниями облака бьются. Дыш-дыш-дыш. А я тебя перепрыгнул. На. Тихо. Нифига себе, нифига себе, фига себе. Так, а если без шапок? Трусикана, ты что, тоже здесь был? Так, этот с лопатой. Так, этого прилегли. Так, а что с тем-то делать? А, вот так вот просто перепрыгнуть можно. Базутчик. Так, и... Попал. У тебя же один заряд. А-а-а! Не пугай так. Мама, мама, миномет! Самолет какой-то подземный. Это кто? Ай-яй-яй, видали, видали, как он, я как Нео меж пуль проскочил. Цветок? Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что он медленно начал ускоряться. Снайпер! Ложись. Нет? А, нужно в точки не попадать, наверное. Нужно в точки не попадать, фигак. Черт. Ну я почти прошел. Вообще прикольно, Пога. Пога файт. Ну, это даже не Пога файт, это Пога трип. Не знаю, как такие уровни называются. Путешествие на Поге. Пога трип. О, нет! Я потерял каску. Что мне теперь делать? Оно же это главное. Уходи, уходи. Ладно, пообнимался с миной и ушел. Такой пинг. Я как настоящий. Кто так делает? Какого Стивен Сигал какой-нибудь. Который подошел так головой. Он такой, я сел. Нормально получилось. Жопу подбомбило. Ты посмотри, как далеко пошел. Тихо. Что со мной? Что со мной происходит? Почему меня едет назад? Я ничего не жму. Какого рака? Что произошло-то? Я вообще не понял. Там цветок внизу. Только почему их 5? Ай, какой-то куб. Да какого решения? Не, опять в том же месте. Вы что издеваетесь? Давай армор сделаем. Я не знаю, кому я сделал армор, себе или... О, сел на голову, нормально. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Оу-оу-оу-оу. А у меня теперь капюшон. Ай, блин, а? Упарись. Черт побери. Почему это так смешно выглядит? У меня капюшон. Что же я им всем на голову-то сажусь, а? Ё-моё, все, капюшон ушел. Чего они все лежат-то, я не понял. Черт! А, у меня реально армор какой-то есть, смотри, меня бы разнесло бы в прошлый раз. А я так нормально пошел дальше. Тынч, машину им разбил. Поехали. Какого? Ладно, сейчас я попробую. О-о-о. У меня с каждым разом все круче и круче прохождение. Теперь... Бросил. Теперь мне можно было просто, ребят, это... Идти косом. В улей. Пасечником устроиться можно было легко.
Вообще без проблем. Лицо, говорит, защищено. Черт, фига себе, сиганул. Ко мне что-то прилипло. И отлипло, ладно. Не попал, не попал. Не попал. Я держусь за шапку. Опс. Косяк. Вот это... Так, я нашел секретку. Погоди. Рэди, готов? Да. Гипноцвет. Я прошел. Нет, ну погоди, но это не то. Страшно. Черт. Нормально. Шут себе было такое. Да елки-палки, ну что у тебя с ногой-то случилось? Можем дойти так. Что за фигня? Ну почему я зацепляюсь за воздух? Вы издеваетесь, что ли? Да какого... Да блин! Это же забаговано все. Потолок башкой. Ну как так-то, а? Фух. Так, давайте, ребят. Последний заход. Просто уже, просто жесть. Горит с уровня. Сколько мы тут уже? Минут 10, наверное. Если... Да, господи, боже мой! Последнее китайское предупреждение. Витя говорит, беги. Да в этой игре невозможно бежать. Здесь только прыгать можно, понимаешь? А, твою налево, давай. О! Я новую защиту взял, она работает. Это деревянный щит. Оу, щит, мы его потеряли. Ладно. Фига себе, я взял автомат своей задницей. Как вариант, пулемет. Та-т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 а. Да как так-то? Твою на... У меня свой ствол. Давай базуку возьмем еще. Черт! Он меня тянул к низу. Я не смог уйти далеко. Витя говорит, стреляй. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Боже мой. Ну хоть упоротый уровень зато. Вооружен до зубов. Вооружен до задницы. Правильно сказать. Так, нам, ребят, сделали еще одну версию Lobotomy Corporation. Теперь она very easy. Ну, то есть вообще невозможно умереть. Давай проверим, потому что я даже в easy версии смог закочуриться каким-то образом. Так, давай, ладно, бабуля, здрасте. Бабуля-черепуля, окей. А, так, таблетуля, хорошо. Ичкуля. Мне кажется, ли она все больше стала? Или я типа монитор поменял и все типа... Воу-воу-воу-воу, кнопка! Ту-ту-ту. Дрон принес плиту. Опять ты поздно. Дроны скоро запомнишь. Да и медведя от него. Привет. Ну пока, нормуль. Воу-воу, вот эта штука меня в прошлый раз замучила. Может быть, в этот раз она нормальная. Спасибо за донатище. Мы тут путешествуем по миру. О, смотри, ступеньки поставил, ступеньки поставил. Я кепку просил, бросил. Просил, бросил. О, поющая машина. Видимо, на этих крабиков нельзя наступать. Черт. Действительно нельзя.
Так, значит, это мины, ребят. Это мины, и надо их перепрыгнуть. Опа, успел. Так, это что такое? Глаз какой-то гигантский. А, паучара. А, это не мины, это паучки. А это кто? Цензура! Здорово, цензура! А вот это что за стрелка? Это столб часовой какой-то. Цензура вообще класс. Цензура топ. До сюда я еще не доходил. Это что-то подожженное. Спичка и что-то еще цензура. Так. Так. Да неужели? Это же ванна. Твою налево. Но я хотя бы увидел всех. Увидел всех. Наконец-то. Спасибо тебе большое, что ты сделал самую легкую версию. Фух. Увидел финиш, как говорится, да? Slime Rancher Arts. Да ладно, арты Slime Rancher, ребят. Это кристальный слайм. Это магмовый, лавовый слайм. Это каменный. Это самый первый. Это мяу слайм. Это зеленый радиоактивный. Это летающий фиолетовый. Это медовый. Это не помню. Это что такое? В какой-то броне слайм. Это еще какой-то слайм. Косой засранец. Даже попасть не смог в финиш, блин. Кейси 555. Bottle Flip. My Fixed Bottle Flip. Мой починенный Bottle Flip. Давай посмотрим. Обычно за этого играет в Bottle Flip. Нифига себе, посмотри, плюс одна бутылка. Winner is... Так, две бутылки наклоненные равно одна. Две бутылки лежа равно одна. MLG, легенда, читер. Нормально. Воланде летсплеер. Ну вот, уже мемчики пошли. Мне это нравится. А, бутылки лезут оттуда. Все, понял. Давай, тогда рестарт. У нас будет много бутылок, ребят. Поехали. Делайте ваши ставки. Сколько бутылок я смогу поставить? Сами понимаете, да? То есть по счету две наклоненные и две лежачие считаются одна стоячая. То есть, соответственно, одна стоячая — это одна стоячая. Сложите у себя в уме. Здесь бутылок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бутылок, я так понимаю, или 15, не знаю. Ваши варианты, сколько будет бутылок. Поехали. А я пока начну. Черт. Первое. Сейчас сразу я могу... Легенда! А если... Ну, наверное, надо финальный вариант все-таки смотреть, да, мне кажется. Ну, давай. Ну. Ну. Ну, что ты сделал? Ты легенду уронил. У меня было одно очко, стало полочка. Полочка. О, сверху еще лопата есть, оказывается. Ё-моё. Ну, да я... Черт, я запутался в штанах. А, вот так вот, да? И что-нибудь... У меня руки залипли там. О! Я пытаюсь достать руки, а получается, что я достаю себя. Как это получается? Как руки-то оттуда высунуть? А! Видимо, я не того героя взял, да? А, вот, тихо. Да черт побери. Да как-нибудь ты что-нибудь изобрети? Что ты делаешь? О! Во! Получилось. Так, надо сразу бутылку хвататься. Во-во-во-во-во! Это... Да... Ты, блин, уже кричать хотел от MLG. Сейчас эти разобьется опять. На мана. Давай-давай, легенду надо поправить чуть-чуть. Слушай, если бы вот сверху вот этой штуки не было, я бы сейчас MLG выбил бы. Определенно, ребят. Да давай. Ну же.
Что так мы со временем с вами поправим MLG, эту легенду сделаем все-таки вертикальной. Смотри, она вертикальная. Завертикаливается потихоньку. Как долго... Да! Почти! Почти завертикалилась. Есть! Есть! Легенда восстановлена, ребят! Да! Ну ладно, она сослужила хорошую службу. Кто-нибудь бутылки считает? Да ёлки-палки. Какой-то долгий Battle Free получается. Они скачут там миллион лет. Давай встань куда-нибудь уже. Может по две кидать? Но по две они будут биться чаще. Они по одной бьются. О! Не пугай меня. Я сделал дебочку. Отлично, дебочку. Ой-ой-ой-ой, сейчас бы вторую туда, а? А? Чувствуете, чувствуете? Профессионализм попер. И сейчас еще одно кино. Отлично. Просто швырнул я за ненадобностью. Почувствовал себя более крутым. Выкинул себе волен для летсплеера. А нет, я это волен для летсплеера чуть ниже, о, чуть выше. Окей. У меня уже два MLG, одна легенда. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха. Две легенды, два MLG. Хорош. Накидываем. Нет, легенду сбросила. Как так? Лежачая легенда. Податчик прикольный у тебя сделан. Да что ты? Во-во-во-во, эх! Отлично. Топ. Ну что ж такое-то, а? Так, надо ускорить. Читер! Нет, читер здесь, да? Почти. А, последняя бутылка не выезжает, ребят. Смотрите, она там застряла, горлышком торчит. Я ее не достану, да? Да блин, и это разбилось. Нет, все, ребят. Та бутылка недоставабельна. Ну что ж, давайте считать, сколько у меня бутылок получилось. Не получается достать то. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Итого шесть. Четыре лежачие наклоненные и четыре стоячие. Неплохо вроде бы получилось. Мне понравилось, прикольный. Так. Что-то много уж записываем. Пошли пройдемся по лучшим за неделю. Newest, this month, newest, рейтинг. Рейтинг. Мы же по рейтингу играем. Да, я уже забыл что-то все. Витер V систему. Pogo Lens. Bottle Flip от монстрика. Давай. Во, это как раз для меня Bottle Flip. Супер. Так, УЦ. Ага. Что-то у тебя с прической сегодня. Хе-хе-хе, залысилась. Так, MLG, бог, amazing, pro, nice, cool, noob, win. Окей, ребят, 4 бутылки у нас на все про все. Погнали. Ну, я пошел. Мне нужно еще лотерею купить. Не, сейчас, если еще второй MLG придет, я вообще ахну. Вы видели, как она гладенько туда вошла? М? С закрытыми глазами, напоминаю. Не, ну ты прикинь, да? Я бы и вторую рядом поставил, было бы там место. Окей.
Ну без косяка невозможно, как эта алкоголичная бутылка. Она то уронила, сама разбилась. Это... Ну как так? Вот так эпично встала. Да! Фу ты, блин. Плюс 4 есть. О, хорош, ребят. Бутылки появились новые. Поехали еще. Кул. Меня прям в MLG тянет, а? Оп! Хорошо так шла и не дошла. На самом кончике было бы прикольно. Прыгать два раза на самом кончике, чуть не встала. Вот, ребят, на кончике встает иногда. Че я говорю? О! Побери, какое везение! Ух! Нет, ну... Не, ну не... Что я могу сказать? По крайней мере, из 8 бутылок, ребят, я 4 на горлышко поставил. Ну, в смысле, 4 поставил в стоячку, но одна потом, улетела. Ну, в смысле, ее столкнули. Ну, а все остальное, это... Кто здесь бог MLG? Кто здесь бог MLG, а? Ну, видали? Видали? Вот так вот. Клевый у тебя уровень получился, мне очень понравился. Прям он достаточно быстрый, но при этом так они неожиданно залетают. И главное, так они классно залетают в MLG. Восхитительно. Слушай, этих ботл флипов вагон, а? Enjoy my level. О, это тоже для меня оказывается. Погоди, я в него играл же, нет? У меня там потом бутылки застряли где-то. Давай, быстрый. Это будет быстрый по bottle flip. Слушай, я там уже две бутылки внизу поставил. Как я это делаю? Я же с закрытыми глазами все время. Вы это видели? Она сейчас Витек плей, потом MLG сразу встала. Это знак, ребят, что Витек плей MLG. Мне, кстати, до сих пор ребята пишут в личку, типа, достопочтимый Витек MLG и что-то другое говорят. Так что с прошлого выпуска ребята поняли, как надо общаться. Это мой уровень, кто-то кричит. Мистер Максимус, ну да, так и было от мистера Максимуса. Эй, хорош. Попытка номер два. Сейчас разобьется ведь. Он хочет MLG выправить, ребят. У меня бутылок не хватит, чтобы ее выправить. Ну давай. Давай уже, сделай это. Во. Супер. Тоже крутой уровень получился. Давай, я не знаю, почему у тебя там так мало. Видимо, никто не хочет быть Витьком Плеем. А, нос зачесался. Что тут скажешь? Если я обещал, что будет 200-й уровень, 200-й выпуск Bottle Flip'овым, оказалось, что 201 был ботл флиповым. Ну, потому что реально были сплошные ботл флипы, ну, не считая одного уровня. Ну, двух, ладно. Ну, вы там сами, в общем, считать умеете, сколько там уровней было бы не ботл флиповых. Но, как говорится, у меня в памяти остались только война, ботл флипы и эти, как его, и слаймы. Так что... Так, на этом выпуск заканчивается. Спасибо за внимание. С вами был Витек MLG. Всем до встречи, всем пока. Ту-ту-ту. Пельмень-вылавливательница принес плиту. Почему к муравью не залезть в анус-таноса и не разорвать его изнутри, просто увеличившись?